Полицейские Карагандинской области по горячим следам раскрыли преступление. Как сообщает пресс-служба областного ДВД, 3 мая трое неизвестных мужчин совершили разбойные нападения на водителя грузовой машины на автодороге Караганда-Жезказган. В 15 километрах от села Батых трое неизвестных, угрожая оружием, совершили нападение на водителя грузовой автомашины. Злоумышленники, завладев деньгами в сумме 400 тысяч тенге, скрылись. В ходе проведения разыскных мероприятий спустя 12 часов в поселке Атасу была задержана автомашина ВАЗ-2107, в которой находились трое молодых людей. В ходе допроса задержанные признались в совершении преступления, изъяты вещественные доказательства, оружие и деньги. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое жителей области, которые признались в совершении разбоя нападения. У задержанных изъят вещественные доказательства, охотничье оружие и деньги. В настоящий момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В отношении них проводится досудебное расследование по статье 192, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть разбой нападения.